канале о том, что в бюро медико-социальной экспертизы отдают тела только родственникам умерших, поскольку известны различные случаи недоразумений, неправильного хранения тел или вообще странных случаев, когда хранили не того человека. Вот буквально сейчас мы видим открытые двери, мы заходим. Видим здесь различные ритуальные принадлежности гробы. И дальше шокирующий тантем. Если вы слабонервные, то я сразу призываю не смотреть, поскольку тела хранятся вот с такими надписями: охлажденное мясо. И здесь мы видим тела умерших. Здесь у нас усопшая бабушка. Соответственно, нужно понимать, почему действительно должны выдавать тела родственников, только тела умерших, только родственникам, чтобы вот такого безобразия не было. Известно, что есть санпин, согласно которым тела умерших должны храниться в специальных условиях, в специальных холодильниках, поскольку, как вы понимаете, здесь нарушены и санитарные нормы, ну и, собственно, возможно, нарушена норма морали.